Вот и у нас наконец-то снежок выпал. А дети, футбол никто не отменял. Сейчас минус 1-0. Снежок, завтра мороз, будет, как у нас говорят, сорокопад. Школьники туда-сюда, красота. Чтоб такое на Новый год было, было бы замечательно. Так что поздравьте, и у нас первый снег в городе. Вот такая вот ситуация. Так, продолжаем зимний репортаж. Вот такой снежок, на дорогах слякоть. Завтра все замерзнет и будет жесть. Перебрался я с загородного дома на зимовку в город. И тут свои приколы выживания. Одежда, обувь тоже должна быть интересная, чтобы не подскользнуться, не промокнуть. Тоже в карманчике должен лежать ножичек. Как минимум викторинокс. Чтобы что-то отрезать, что-то сковырнуть. Вот так вот присыпало. В машинах должна быть лопатка, веник, щетка, чтобы отгребаться. В городе свои условия выживания. Надо, кстати, как-то отдельно сделать ролик, как выжить в большом городе. Что нужно с собой носить, чтобы было. Сколько воды, какие лекарства. От головы, во всяком случае, очень часто головы болят у людей от загазованности. Но это так. Я проговариваю. А вообще там можно целую сумку, целый рюкзак с собой носить в городе. Что некоторые делают. Троллики такие вот катаются. Скоро начнется час пик. Народ с работы поедет. И на дорогах будет жесть. Какие-то легкие аварии, и все, и проспекты становятся. И 3-4-часовые пробки. Коммунальщики скажут, как всегда, зима пришла неожиданно. Это мы слышим каждый год. Так что, автомобилисты, готовьтесь к Армагеддону завтра, а то и сегодня вечером. Снежок мелкий, но продолжает падать. Вот такие красоты у нас тут. Макдональдс светится. Торговый центр невдалеке. Вот такая вот улица. Вот так вот у нас сегодня. За городом тишина, спокойствие, снега еще больше. Там вообще нужно шипованную резину, потому что даже на зимней проблематично забраться на какой-то холм. Особенно утром, когда все подмерзнет. Так что вот такое вот, ребятки, спонтанное видео. В нашем городе первый снег. Дай бог, может, на Рождество, на Новый год будет снежок. Белое покрывало. А беленькое – это всегда чистенькое. Это всегда на душе радостно и приятно. Ну, вот такое вот маленькое спонтанное видео. Жив, здоров и невредим. С вами я. Всего доброго, всех благ. До встречи!